Слушай, не надо кучу играть, не надо кучу. Гоша, когда там много, не надо туда лезть, свой край держи, потому что надо просто пойти. Куда лучше уходить? Нет. Так хорошо. Гоша! Гоша, держи 11 номер. Носик треугольник. Видите? Потом руками бросать. Надо... Смотри, вперед, вперед, вперед! Хорошо. Алиса, молодец! Стой! Look, Savvy, you're doing great in that first half. Okay, listen. Okay, right, we're doing good so far. Okay, we're going to make the control. What we're going to do is Louisa, Alyssa, and Mark. Mark, I want you to drop out this defense. Alistair and yourself, strikers, attackers, yeah? Do you understand? So, 1, 2, 3, attackers. Okay. And then you're coming on, you're going to go in between defense and attack. So, you'll be like a loser. Женя, вперед! Я забыл, я забыл.
сына именно в футбол и именно в эту лигу? Ну, ребенок интересуется футболом. Вот в Москве не так много мест, где можно поиграть именно в составе команды, чтобы это было судейством, с хорошей организацией. Вот, увидели рекламу, привели. И очень ребенку нравится. Ну, в принципе, не накладно вот то, что он занимается. Есть же взнос какой-то, да, определенный? Да, есть взнос, но, в принципе, ну, нет, это оправдано. Они играют в ногу в течение почти полутора месяцев. Иногда оба выходные. И форму выдают. Я считаю, что нормально, в принципе. И как ваша команда идет по турниру? Мы на третьем месте. В принципе, с один раз проиграли. Мы сейчас играем с сильной командой. Тоже, похоже, проиграем, но боремся. Но нет такого желания, чтобы он стал профессиональным футболистом. Как зовут, кстати, сына? Георгий зовут сына. Ну, до профессионального футбола еще как бы далеко, посмотрим. Но он занимается секцией. Как бы, это помогает как бы прогрессировать в футболе. А как отношения в команде между детьми? Очень хорошие, очень доброжелательные, дружат, подружились, уже на день рождения приглашают. В общем, социальная жизнь очень хорошая. Что касается родителей, тоже вы, да, сдружились за это? Да, да, тоже как бы общаемся, да, тоже все очень приятные люди. Ну что ж, удачи, удачи. Спасибо, спасибо большое. У нас все разрознены. Может, они все цепляют. Чем нравится футбол? Не знаю. Ну, там команда, можно забивать голы. И, ну, просто нравится. А играете против девочек или против мальчиков тоже? Против мальчиков и девочек. С мужчинками. Как команда собиралась вообще? Как познакомились? Я не знаю. Это нас собирали там. Родители привели, да? Ну, да. Ну и подружились успели за это время? Да. Чему научилась? Лучше, чем раньше. А раньше тоже, что ли, приходилось футболить? Да. Ну а что нравится больше, обводка или бить по мячу, допустим, по воротам? Забивать голы. Забивать голы из штрафной? Да, штрафной тоже. Или с игры? Ну, с игры и штрафной. Пас как вообще? Получается? Игра в пас? Да, получается. С кем интереснее всего играть в этой команде? Есть какая-то всеми, подруга нет, или друг? Просто я одна девочка, у меня так нет никаких основных друзей. Понятно. Одна девочка в команде получается, да? А в других командах есть либо больше девочек? Да. А где учишься? В финской школе. Понятно. Хорошо? Не мешает футбол? Нет. Помогает? Да. Спасибо. Удачи. Спасибо. Анатолий Чеканов, да? Антон Чеканов. Ой, Валь. Да. Антон Чеканов. Да, здравствуйте, меня зовут Антон Чеканов. Я тренер команды «Линкольн», дивизион 4, а моим игрокам 8-9 лет. Как вы узнали об этом проекте, как вы сюда пришли? Ну, этот проект, насколько мне известно, существует уже порядка 10 лет. И достаточно успешно он проходит, судя по тому, сколько здесь игроков участвует, сколько сюда родителей приезжают поболеть за своих или за своих знакомых. Вот. Ну и так как я работаю в сфере языков, то есть у меня много иностранцев, друзей, они пригласили меня сюда потренировать одну команду японскую. Несмотря на то, что название «Линкольн», команда японская, и подавляющее большинство моих игроков из Японии. А вы знаете японский язык, получается, так? Ну, здесь я выучил пару фраз, теперь уже. Я работаю со многими языками, но, к сожалению, японский я не знаю. Но здесь пришлось выучить такие слова, как «вперед», «право», «лево», «назад». Вот. И дети, соответственно, тоже учат русским. В сфере языков это вы что, переводчик? Да.
А вообще в вашей жизни был футбол? Да, конечно, да. Я играл сам в детстве, а сейчас вот только на любительском уровне. Ваш ребенок тоже здесь играет или нет пока еще? Нет, пока еще нет. Будет? Конечно. И он здесь будет. Какое вообще впечатление от этого сезона? Этот сезон достаточно успешно проходит, я имею в виду в целом. У меня новая команда, поэтому дети слишком заряжены на борьбу. Иногда это помогает, иногда наоборот мешает. Но тем не менее дети понимают, что самое главное – это получать удовольствие от футбола. И это у них получается успешно, чему я, собственно, рад. Приятно видеть, когда дети улыбаются и дарят счастье друг другу на поле. Это просто очень классно. Спасибо, отлично. Спасибо. Карлос, да. Расскажи, а чем тебе нравится футбол? Ну, мне нравится футбол, но просто очень интересная игра, очень нравится играть в футбол. Но раньше я занимался хоккеем 5-6 лет, но потом бросил и начал заниматься футболом, ну, в первой лиге профессионально. И неделю назад мне сказали, что я не могу больше заниматься, потому что у меня нет российских документов и паспорта. Просто год назад была возможность это сделать, но я еще занимался хоккеем, и не получалось как-то заниматься футболом. Но сейчас я здесь играю, очень интересно. Как ваша команда вообще? Какие успехи? Успехи очень хорошие, мы снова будем играть в четвертьфинале, финалах, наверное. И будет очень интересно. То есть есть желание стать чемпионами, есть возможность? Да, есть, да, очень интересно. Хорошо, удачи. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Удачи. Елена, пожалуйста, расскажите, что здесь происходит? Это турнир для детей от 3 до 15 лет, который существует уже более 15 лет. Вот здесь собираются каждые выходные около 600 детей, даже, наверное, больше. И все играют в футбол, получают удовольствие. Дети чьи? Дети родителей. Родители в основном иностранцы, которые работают здесь у нас в стране. В Москве. Вот. Родители тоже приходят на поле поддержать своих детей. Некоторые из родителей тренируют свои команды. В общем, это такой досуг для семьи. Не обязательно, чтобы эти дети стали как в будущем профессиональными футболистами, да? Нет, это любительская лига. Здесь есть дети с любым уровнем подготовки. Кто-то хочет играть профессионально, кто-то просто получает удовольствие от игры. Проект благотворительный? Он не коммерческий, но у нас есть также, здесь присутствуют на поле некоммерческие благотворительные фонды. Каждый день несколько благотворительных фондов время от времени появлялись на турнире. Один из них искал средства для кошек и собак. Есть у нас Москва. MPC Moscow Protestant Church. И еще некоторые об этом вот, вам лучше могут рассказать наши голландские стажеры. Они в этом более так вовлечены. Сам проект не коммерческий, то есть все
Можно рассказать? Ну, какие-то деньги ведь поступают, да? Да, есть спонсоры у турнира, есть взносы с участников. Все деньги, которые здесь собираются, они идут на организацию этого самого турнира. И в итоге мы получаем такой большой праздник. Организация, это имеется в виду аренда полей? Аренда полей, форма для детей, все связанные расходы с этим, какие могут возникнуть вообще по ходу дела, также те же самые призы, подарки, много всего, затрат много, это не так-то просто организовать. Вот. Все идет на то, чтобы создать вот такой вот праздник. А вас чем заинтересовал этот турнир и, это, и вообще вот этот проект? Настроением, атмосферой и той радостью, которую он дает детям. Если у вас будет, наверняка ведь, да, ребенок, вы сюда приведете, если... Обязательно. Я уже даже подумываю о том, чтобы скорее бы завести ребенка и привезти его сюда. Спасибо, удачи. Спасибо вам. Ричард, расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? Ну, это футбольная лига для молодых с 3 до 16 лет. И это уже наш 15-й год. Участие здесь и игр здесь. Кто придумал этот проект? Это было лет 16-17 назад, и придумали родители экспатных, скажем так, детей здесь в России, которые здесь были в то время. Это уже лет 16 назад, 18 назад. Да. А почему именно футбол? Потому что футбол — это всемирная игра. Не только для русских, конечно, но для всех остальных, для азиатских, для европейских, даже для американских. На каком языке вообще общаетесь? Какой интернациональный? Я сказал бы и на английском, и на русском сейчас. Сначала это были только иностранные игроки, а сейчас много русских у нас. И из-за этого, конечно, и английский, и русский являются... официальными языками. А главная задача вот этой лиги? Главная задача, это очень важно. Это, как мы говорим по-английски, это здоровое соревнование. Это не важно, кто выиграет, кто проиграет, но как играть и как по-человечески заниматься спортом. Есть какой-то кодекс? Для молодых, конечно. Кодекс есть для детей? Кодекс? Да. Да, конечно, есть кодекс. Ну, есть кодекс поведения, вы имеете в виду, да? Да. Чтобы все хорошо себя вели и научили, как себя спортивно и вежливо, когда играют в спорте, себя вести, да. Fair play, точно, да. Как это по-русски? Честная игра. Честная игра, да, точно. Уважение к сопернику и так далее. Уважение к сопернику, да. И как никто... я говорил, это не важно, кто побеждает, кто выиграет. Только чтобы все научили, как это делать в жизни. Насколько охотно родители приводят сюда своих детей? Насколько? Охотно, да. Да, это очень-очень трудный вопрос. Не могу ответить, на самом деле. Ну, как они вот находят информацию? Сейчас понимаю. У нас есть развитая программа PR, да? Есть рекламы в газетах, у нас есть Facebook сайт и так далее. И, конечно, люди общаются друг с другом и об этом узнают о лиге, да. Последнее время, вот из-за того, что появились санкции против России, не изменилось отношение? Это не касается политики, совсем не касается политики этой лиги. И нет, в этом году, по-моему, у нас больше игроков, чем когда-нибудь раньше. По-моему, в этом году 650 игроков, это для нас рекорд. И это просто доказывает, что это не политика, это просто спорт, это просто... отношения, открытые отношения. Насколько я знаю, помимо вот этой любительской лиги, есть еще и футбольная школа Аякса, да? Есть. Я этим не занимаюсь, но да, есть. Да. Mm-hmm. Да. Есть какая-то школа, как-то связана с лигой, но я не в курсе, потому что этим не занимаюсь. Но вот ваши детишки туда тоже идут записываться, да? И ездят. Мои? Нет, я имею в виду вот эти, которые... Да.
да, да, они тоже этим занимаются, да, да. А ваши... Не все, конечно, но есть кое-какие, да. А ваши личные дети тоже здесь играли? Мои личные дети были здесь в 90-х годах, и они давно-давно взрослые, да. Значит, их больше нет здесь, в Москве. Я до сих пор нахожусь здесь, в Москве, и это просто моя добровольная работа по субботам осенью в Москве. Mm-hmm. Потому что я люблю эту лигу и всех людей, которые организуют и возглавляют ее и так далее. Поэтому я здесь. За годы работы в России много приобрели русских друзей? Да, очень-очень много, конечно. Конечно. Однозначно. Да. И я могу сказать, конечно, после... Я уже здесь в Москве сам с 91-го года. И могу сказать, что, наверное, сейчас больше русских друзей у меня, чем не русских, чем других. Иностранцев, да, точно. Угу. И это во всем помог, в том числе и футбол, да? 100%, да, конечно. Так как это всемирная игра, спорт, это, конечно, мы все знаем. Это всемирный вид отношения друг с другом. И поэтому я люблю... мое участие в этой лиге. Спасибо и удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Добивай. Дэн, не дальше. Дальше, старайся. Хорош. Еще один.